Я вас приветствую, дамы и господа, на своем канале. А мы продолжаем играть в этот замечательнейший, один из лучших NFT проектов во всем интернете. Это Spider Tanks. Это игра, где можно зарабатывать реальные деньги. А вы зарабатываете игровые поинты, потом они конвертируются в шелк, который отправляется вам в аккаунт. Так что регистрируйтесь обязательно на сайте, ну иначе вы же, конечно же, игру не скачаете. А вот, все необходимые ссылки по криптовалюте, по бирже Binance вы найдете в описании к видео. Так что заходите обязательно, изучайте, смотрите и учитесь торговать криптовалютой. Вас там всему научат. Канал CryptoUSD, обязательно там все подписывайтесь, вот это вот все дела. А мы продолжаем. Так, сейчас пойдем в бой. Воздушный удар. Ой, хорош, покосил. Ну, он меня тоже покосил. Ой, хорош. Круто. Он меня погрыз неплохо так. Мы проигрываем, слушай. Это как так? Где там куры? У них уже 10. Капец. Не, моя курка. Почти попал. А я не то нажал. Вот это уже я тупанул. Сейчас проиграем. И убегают от меня мастерски вообще. Капец какой-то. Не успел. Сильная команда попалась, конечно. Смотри, они тут доминируют вообще, прям смотри, ходят уже как у себя дома повсюду. Обалдеть. Я в шоке. Они уже вообще не сидят, ходят по всей этот самый. Смотри, какие эти. Вообще обнаглели, мерзавцы.
Кто себе позволяет? Видишь, ты какие. И он близко подобраться не сможет. А ему надо, чтобы прям быстренько к противнику подобраться и нанести максимальный урон, потому что урон он наносит большой. И плюс он еще простреливает насквозь. Смотри, как гатят. Попал. Ай-яй. Ничего. Вот это попали в меня, это так быстро хп мне снес, просто жесть. Разменялись один на один. Зажимайте его, ребята. Есть контакт. Чуть-чуть чуваку не хватило, там вниз убежал. О, огнеметчик жарит просто капец. Я не успел. Я думал, у меня сейчас телепорт будет. Не успел. Победа. Так, толкатель птицы. Вот этот, наверное, и пойдет их гонять. Ну, максимум, блин, ну у него тоже хилер может, конечно, пойти, но это тоже дальнобойный. Вот этот еще круче. Так, надо тогда, короче, вот эту штуку брать. Вот. И хилку оставить, видимо, да? На всякий случай. Пусть будет хилка. Надо было, наверное, тоже ремонтную зону взять.
А что это, АФК? Капец, чувак. А, не, нормально. Пошел. Жесть, подобрался так близко. Смотри, какой. Ай-яй-яй. Ну это жесткий, да. Хорошо, что он там не это сам, потому что... Капец. Есть контакт. Его выкинуло, прикольно, конечно, было сделано. Это молодец, только у меня выгнуло все равно. Жесть. Встал прям на хилке, мерзавец. Выгоните его. Может пойти ему помочь? Капец, одной плюхи ему не хватило. А куда он стреляет, я не пойму. Он вообще мимо чувака стреляет. Надо идти помогать, короче. Я не... Зачем он вышел с курицы? Ну, типа, остаться должен был бы. Ну, я так думал, по крайней мере. Я думал пойти помочь. Финтеза, мне кажется, он как-то очень быстро двигается. Ай-яй. Попал. Хорош. Ай-яй. Ай-яй.
Нормально. Ты хорошая команда, мощная. Лечись! Почему он не лечится, а вот? Так, победили, ну нормально так, ничего себе. Нормально, огнеметчик, он правильный у нас. С эстафетным дроном. Как раз то, что надо. Ничего, да он шуршит, капец. А чё этот не лечился, я что-то не вижу. Ря! Я жить хочу. Не туда. Капец, все ко мне пристали. Получил. Ох, огнеметчик раздает, молодец. Больно было. Убежали. Ну там один, короче, этот самый, не совсем хиленный, поэтому... Они уже все похилились, да?
Отлично. Победа. Великолепно. Дохлый вообще пошел с ним. Какой? Спасите! Рано радовался. Ой-ой-ой. А, вот это, конечно, жестко. Нельзя дать подходить, потому что... Стойте там! Я вас полечу. Есть победа. Нормально. Отлично.
Есть контакт. Хорош. А, ты чужак. Я как-то не туда. А, это свои. Мне кажется, или они пушки как-то не юзают? Потому что только я один пушки кидаю. Ой, он тормозит так жестко. А, и я торможу тоже. Надо было раньше лечиться. Победа. Тем не менее, выиграли. Отлично. Превосходно, невероятно. Матч нужно. Чем больше убил, тем лучше. Кажется так. Рейтинг матчей. 139-й. Это типа много? А шо это у меня... Какой? Смотри, какой. Наглец. Да, получил. Красавчики. Мои-то разносят, будь здоров, там нормально. Ух, эта стрела, конечно, сложная вообще.
Ну, она дальнобойная вроде как, да? А, я здесь пробивать могу. О-о-о. Сложно, конечно, этим стрелочником играть. Ни разу не попал вообще. Вот реально ни разу не попал. А, попал все-таки, да, один раз? Аж один раз попал. Кажется, даже два раза попал. О, еще один раз попал. Ничего себе. Капец. Ну, со стрелами этими, конечно, очень сложно играть. Я не знаю. Они прям вообще. Ну, мы нормально вроде как идем. У них урон, я не сказал бы, что большой. Победа! Ничего себе! Даже с тем, что я вообще почти там и не знаю, даже помогал или нет команде, но как-то не особо, мне кажется, победили. Так, Викуська, дай я видео запишу, пожалуйста, отойди. Так, ага. Да, я запишу, бля, что ты мне, не мешай, пожалуйста. Командная битва. Снова будем трамбоваться насмерть. Окей. Ага. Ну, я могу так и оставить. Все, в принципе, нормально. В принципе, меня это все устраивает. Все эти скиллы мои вот эти вот. Так. Временно маскирует под одного игроков вражеской команды. Это что? Подожди. Я пропустил. Что кого маскирует? Там две машинки. А что ж это такое? Давай кидай. Я попал в кого-то? Ничего себе. Ух ты ж, вот это дал пацану. Ай-яй, вот это было больно. Уходим, уходим. Лечимся.
Есть контакт. Главное еще не давать им аптечки, собирать их вовремя. Yes. Опау. Опау. А. А, эти елки-палки промазал. Ну там чуть-чуть осталось вообще, дохлый, смотри. Давай добей его, пожалуйста. Так, где там кто-то? Ой-ой. Жесткие противники, конечно, попались. Да. Проигрыш. Не противники, а звери какие-то. Чё там? Так. Убийство. А снова, смотри, в Steam Deathmatch просто капец. Очень много, я бы сказал, даже сегодня. У меня опять какая-то странная пушка. Так, ну, снова так и оставлю туда, в принципе, нормально. Почти попал, ё-моё. Ух, засадил. Это вообще жесть. Капец.
Вот это стрела, я понимаю, гадят. Так, пошли сюда. Попал. Попал. Ни финта навалит вообще. Прям сплюхи выносит. Жесткая. Разотили меня. Стрела, конечно, зверская. Ну, он уехал уже, наверное, да? Ух! Ух, и мне тоже надавали тогда, ух. Тут надо смотреть, искать, короче, места, но где-то простреливает их. Попал. Да, ух ты ж, ёшкин кот, сейчас помру. Так, а куда ты побежал? Кого ты там щемишь? Почти убил, блин, ё-моё. Стрелы валят, это просто капец, это имба какая-то. С ними как-то, да, сложнее попадать, но они мочат прям жестко. Так, это у нас удержание флага. А нам здесь надо, пушка нам надо? Удержание флага. Я думаю, лучше вот это взять, короче. Хилка. И эстафетный дрон. Заблокировать. Чтоб, если что, флаг взял, и можно было текать по-быстрому. Mm-hmm.
елки-моталки. Жестко зажали, конечно. А что ж такое? Звиры коноплени. Бляха-муха. Попал. Давай, 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 давай. Эс, хорош. Подожди, да, я сейчас занят чуть-чуть, что? Да это капец. Шо вы такие зверские, ребята? Давай, 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 иди, иди сюда. Попал. Да, сейчас, секунду. Хорош. Так, сейчас у меня тут секунду надо кое-что сделать, да? Попал. Есть контакт. Беги, пацан. Капец, зажимаю там нашего. Давай, давай. Попал, хорош. Ну что, удастся нам вытащить или все? Ай-яй-яй. Сейчас заберут. Обеда. А, вот это повезло. Я в шоке. Буквально один поинт всего лишь. Ё-моё. Ну и ну. Нормально, 428 поинтов получу. Так, охота на кур. Так. Хей, у нее время еще находится, что-то там переписываться. Так, мне надо охота на кур. Давайте вот это вот. Вот это вот будет самое оно. Эстафетный дрон плюс ускорение. Чтоб по-быстрому курей собирать. Так, погнали. Что случилось? Выкинула. Произошла ошибка при соединении с ребенком. Ай-яй-яй. Капец. Сервер сдох. Ничего себе. Неприятное событие.
Царь горы. Это надо точку удерживать. Так, а у меня этот... ботаник вот этот вот. Короче, стреляет бомбами, которые там потом коцают щупальцами такими. Царь горы. А что, где? Подожди, давай вот так вот. И эстафетный дрон, наверное. А еще лучше возьмем бомбежку. А, я завтыкал, надо было вот эту, наверное, штуку взять, которая отталкивает от точки, чтобы их, короче, противник, когда занимает там позицию, и чтобы выгнать его оттуда, надо вот эту штуку брать. Та снова, смотри, что, в чем дело? Ошибка опять. Какой-то беспредел вообще. Что ж такое-то? Охота на кур. Барбаросса Гимплерюа. Так, охота на кур, это у нас, давайте эстафетный дракон. И вот так вот сделаем все и погнали. Так, где у нас там куры? Где эти куры? Ай-яй. Так, я сюда.
Сейчас проиграем, короче, не успеем мы это сделать. Да. Проигрыш. Нифига себе этот уровень понизился. А? Что там такое? Угу.
Так, ну пока везет, нормально вроде все идет. Очень даже вроде как и неплохо. Поинтов просто, правда, как-то мало дают. Что-то совсем скудненько. Можно было бы как-то и побольше, я не знаю. Царь горы. А, опять надо этот точку удерживать тебя, да? Так, да, хорошо. Хиллер, бля. А вот это жесть, конечно, будет. Так, я надеюсь, нам три бомбочки как-то помогут, было бы круто. Ой-ой. Ай-яй-яй. Разогатили меня. Опаньки, готов. А, хорош, разнес. Есть контакт. А, и меня разнесли. Ну ничего, у нас походу есть шанс выгрести эту, понимаешь, битву. Да, походу сейчас победа будет в игре. Обалдеть. Не, ну тут без шансов, слушайте, пацаны, вам крышка. Чисто вообще изи. Изи. Ш,
что он там кухарекает? Ну, команда просто, у нас танки и просто вот эта вот фигня, она просто, это капец какой-то. Она своими щупальцами там засирает все на свете, и ты попробуй туда встань просто. Даже если туда кучей замести, сразу все сдохнут. Так что чисто без шансов. Так, а что, охота? А, охота на кур у нас. Окей. Так, охота на... Давайте вот это. И эстафетный дрон, конечно. Все, охота на кур. Сейчас будем по-быстрому собирать курятинку. Капец, чуть не помер. Хилка будет есть. А еще можно хилку, пожалуйста. Ай-яй, вот это, конечно. Блин, зажали. Жесть. Сейчас же проиграем. Вполне возможно и такое. Ой, хорош. Стибрил курку и сам сдох. Ну, бывает. Блин, здесь две курки осталось. Они в шляпах, смотри. Прикольно. Там две курицы лежат, блин, где у меня? Капец, кур ему, а он не успеет кинуть все равно там всех. Блин. А это наш, нормально. Играли. Сложная игра была, сложная.
Опять охота на кур. Безопасная гавань. Так, а шо у меня? А вот этот... Давно мне не попадался вот этот вот дракон. Классная штука. Так, ну я, пожалуй, так и оставлю, наверное, как у меня есть. Единственное, что я бы, наверное, эстафетного дрона поменял на... Что-то другое. Это что, приманка? Один невидимость. Раздуплиться не могу. Вот этот, наверное, давай. Так. О, погнали. Урки. Ну, еще ни одной курятины не собрал. Ну, это ничего себе урон наносит. Жесткий пацан. Успел, блин, ему плюха одна стала. Курс, смотри, сука, давайте забирайте, бегом. Тащи их. Сюда тащи. Давай, я прикрываю. Пошли. Молодец. Хорош. Хорош! Все, я сложил курицу, отлично. Давай, давай, бегом. Тащи, тащи туда. Проиграли, блин, две курки не хватило. Одну. Одной даже не хватило. Капец. Капец. Так, что ж такое-то, а? А так хорошо все и шло. Хотя противники сложные были, конечно.